Спасибо. Спасибо. Состав общественной палаты Одинцовского округа обновился еще в марте, но торжественное вручение удостоверений пришлось отложить. Зато эта команда прошла серьезный испытательный срок и доказала свою состоятельность. Активисты, не жалея сил и здоровья, ежедневно спешили на помощь ко всем нуждающимся в течение периода всеобщей изоляции. Наша палата активно принимала участие в работе волонтерского штаба, оказывала помощь. И все комиссии очень активно работали. Поэтому нам было что рассказать, обменяться впечатлениями. Также мы обсудили очень много и насущных каких-то вопросов, которые сейчас стоят в работе палаты, предстоящие проекты. А проектов действительно много. Это и творчество, и экология, и туризм. Жизнь возвращается в привычное русло. Можно планировать дальнейшую деятельность уже в соответствии с главным предназначением. Своими пожеланиями, идеями и наработками члены комиссии общественной палаты поделились друг с другом. На основе имеющегося опыта необходимо выстроить план сотрудничества с властями. Задачи есть и будут впереди, и достаточно, может быть, сложные, но все зависит от нас, от нашего желания, от наших возможностей, нельзя этого тоже забывать. Хочется иногда очень многого, но не все возможно, и поэтому, исходя из всех этих вот нюансов, мы постараемся делать все от нас зависящее на благо наших жителей Одинцовского городского округа. Леонас Крекжде выразил уверенность, что если общественной палате удастся наладить тесное взаимодействие не только с жителями, но и с администрацией и с депутатским корпусом, качество работы значительно улучшится. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».